Вакуумная уборка сухого и влажного мусора, возможность сбора жидкости, отличная мощность, прочный и устойчивый к коррозии бак – все это есть у профессиональных пылесосов от Becker. Производственный или строительный мусор, уборка во дворе или гараже частного дома, пылесосы Delta, Domino и Titana легко с этим справятся. Перед нами три модели с одинаковым дизайном. Отличаются устройством, мощностью и некоторыми особенностями конструкции. Сборка у всех трех пылесосов итальянская и гарантированно надежна. Бак изготовлен из нержавеющей стали, поэтому устойчив к коррозии, а также отличается прочностью. Любой, даже крупный тяжелый мусор не сможет его повредить. Управление простое и понятное, не придется ломать голову, чтобы разобраться с тонкостями использования. Производители назвали это устройство «пылеводосос». Он одинаково легко собирает сухой и влажный мусор, а при необходимости может всасывать и жидкости. Функция всасывания жидкости пригодится и на строительной или производственной площадке. Ее можно использовать регулярно, не боясь повредить бак. Вода сливается очень просто, как из обычного ведра. Пылесосы Domino и Titana оборудованы приспособлением для опрокидывания бака, что значительно упрощает использование. Также модели оснащены поплавковым клапаном. Как только бак заполняется до максимума, пылесос автоматически отключается. Несмотря на свои высокие мощностные характеристики, пылесосы работают не слишком шумно. У моделей тихий двухстадийный мотор. От перегрева во время работы защитит систему охлаждения «Байпас». Как мы уже отметили, «Дельта», «Домино» и «Титана» отличаются мощностью и объемом бака. Пылеводосос «Дельта» с мощностью 1400 Вт и объемом пылесборника 35 литров будет идеально работать не только в жестких условиях строительной или производственной площадок, но и благодаря своим небольшим размерам станет отличным помощником владельцам частных домов. Для удобного перемещения эта модель оснащена вращающимися колесами. Домино и Титана немного больше по размерам, но и мощность, а соответственно и производительность у них тоже выше. Домино – мощность 2400 Вт, Титана – 3600 Вт. Объем бака у обеих моделей – 78 литров. Для удобного перемещения приборы укомплектованы практичной ударостойкой тележкой. Пылесос на ней надежно фиксируется металлическими замками. Пылесосы укомплектованы щетками и насадками для каждого типа уборки. Отдельно насадки для сухой и влажной уборки, щелевая насадка для сбора мусора в труднодоступных местах и мягкая круглая щетка для деликатных поверхностей. У модели Delta насадки для хранения можно разместить на корпусе. Также в комплект входят удлинительные металлические трубки и пластиковая угловая. Отмечаем, что удлинительные трубки не телескопические, а сборные. Такая конструкция считается более практичной и долговечной. У пылесоса Delta дополнительно имеется одноразовый бумажный мешок для сбора пыли. Пылеводососы Delta, Domino и Titana от Becker – универсальные и надежные приборы, которые отлично справятся как с домашней пылью, так и со строительным или производственным мусором. А возможность всасывания жидкости позволяет удалять любые загрязнения.